Сейчас состав аптечек почти на 50% состоит из лекарственных средств, но введение коснутся и срока годности. С учетом того, что в России температура колеблется от плюс 30 до минус 30, лекарства могут попросту испортиться, а пузырьки с зеленкой или йодом вообще разбиться. В Минсоцздравразвитии объясняют, в новой версии формировать аптечку будут на 80% из перевязочных средств. Туда войдут бинты, лейкопластыри, специальные салфетки и средства, помогающие восстановить дыхание. Анальгин и аспирин останется в прошлом. Применение лекарственных средств требует определенных медицинских познаний, и водители зачастую, которые являются теми людьми, которые первыми оказывают помощь на дороге, не имеют таких познаний. Во-вторых, зачастую лекарства эти должны иметь, во-первых, определенный срок годности, который не все водители, пользующиеся аптечкой, соблюдают. Аптечки составляли с учетом европейского опыта. Примерно такие возят автолюбители Германии и Швейцарии. Там погибших на дороге в разы меньше. Все зависит от оказания первой помощи. Старые аптечки, которые находятся в данный момент у автомобилистов, они не соответствуют требованиям современных норм. Потому что дорожно-транспортные происшествия у нас в последнее время участились с особо тяжкими последствиями. И в данных аптечках, то есть необходимо в данных аптечках иметь побольше перевязочных таких же бинтов. Новые аптечки будут гораздо дешевле нынешних. Их оценили в 60-100 рублей, а срок годности у них увеличится до 5 лет. Наталья Тюрин, Татьяна Шашурин, Денис Песков, Вести, Мордовия.